Всем здорова, друзья! Вещаю из города Киева, Деснянский район. Кто знает, есть такой у нас парк в начале Троещины. Как бы вышли с собакой прогуляться. Хочу вам показать, сколько вообще людей гуляет в городе Киеве на районе Троещина. Вперед, сы! На самом деле даже прохладненько, я оделся в курточку, совсем не жарко, вроде бы солнышко светит, а 1 мая ощущается такое себе не очень жаркое. Пошли. Вот любит у меня собака обходить с разных сторон. И слева, и справа приходится наступать. Не натренировал я еще ее. Это примерно середина парка. Кто знает, вот здесь находится в этом здании туалет. Здесь в этом белом... Справа, точнее, вот туалет, а слева детские развлекательные моменты. Туда приходят детки. Кому интересно, можно даже оставить с кем-то ненадолго. Так что как-то вот так вот. Что, Сочек, пойдем к воде? Пойдем к воде. Вот так вот он у меня останавливается в разных местах и что-то так нанюхивает, разнюхивает. Так, не спеши, не спеши. Ты, главное, не спеши. Очень много мальки, смотрите. Не знаю, будет ли видно на видео, но большое количество. Цой, чего ты мечешься? Туда-сюда, туда-сюда. Все время куда-то мечется моя собака. Все время, да-да-да. А почему он так мечется? Потому что он хочет купаться. Вот его это любимое занятие. Вода, смотрите, какая у него сейчас будет реакция на водичку. Вот так вот подхожу к воде, и все. У него сразу же интерес. Так, давай только меня не затащи, хорошо? То сейчас меня вот так вот вместе так бульк, и вместе с ним затащит воду. Ну что ты, что ты? Интересно, что там под низом. Так, куда, куда, куда? Оно вышло. Вышло. А теперь нужно что сделать? Теперь ты наступил на поводок. Подожди, подожди. Запутался. А ну давай теперь. Наступай теперь назад. Нет, так уже дело не пойдет. Подожди, подожди, подожди. Так, сейчас, секундочку. Надо ему как-то через лапы перескочить. Вы посмотрите, что он делает. Ну и что ты там хочешь увидеть, а? Что там хочешь увидеть?
Ничего там нет, ничего нет. Пойдем, 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 пойдем. Такая обычная прогулка. Вообще, в общем, хочу показать, чем дышит и как дышит парк. Сколько здесь примерно людей гуляют. Сейчас середина дня, где-то 3 часа дня. Вода здесь, я как вижу, по берегам упала, хотя в Днепре очень сильно поднялась. Смотрите, здесь, в принципе, тоже вот видно мерка, полоска такая. Ну и что, и что, и что ты? Такое есть интересное здесь дерево. А ну, Цой, давай, иди сюда, на дерево, давай сюда. Ай, молодец. Скользкое, скользкое дерево, да? Так, Цой, давай еще раз. Цойка, давай вперед, на дерево. Молодец, молодец. Иди сюда. Так, ходить туда-сюда, это твое любимое дело. Так, стоп, 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 стоп. Я не люблю, когда вот это вот ты начинаешь опрокидывать поводок. Пошли дальше. Также плавают у нас вот две уточки, хотя здесь бывает уток огромное количество. И интересно такой вот момент. У нас здесь... Зимой практически утки в этом году вообще никуда не улетали. Вот именно на самом деле жили все время здесь. А почему так было? Потому что морозов как таковых сильных не было. И за счет этого вот и утки, в принципе, находятся все время на этом озере. Здесь рядышком, видите, дома. Люди подкармливают их. Вот они, наверное, скорее всего, за счет этого и не улетали. Пошли. Пойдем, 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 пойдем. Рыбалка в начале Троещины здесь еще пока никакая. Но хотя у меня отец здесь ходит, бывает, ловит. О, тут хорошая ямка. Сразу же, смотрите, обрыв. Буквально, если там ступишь, сразу же поплывет собака. Сразу, моментально. Так, что я говорил про рыбалку? Что здесь в данное время еще очень слабенько. Но отец у меня ходил и ловил карасиков здесь. Очень немало так бывало. По несколько килограмм карасей вылавливал на вот этом вот маленьком озерце. Так как здесь наш мэр еще несколько лет назад запустил сюда рыбу, там говорят и карась, и еще какая-то, может быть, даже и карапа какие-то, но хищник здесь, в принципе, до этого щука здесь и была, а вот именно за счет того, что здесь не ставят сетки, не работают электроудочками, за счет этого здесь рыбка, в принципе, как бы имеется в этом нашем озере. Да, да, любитель ты, скажи. Скажи, я люблю, скажи, что-нибудь подоставать, погрызть. И поплавать люблю. Пока еще до плавания не дошло. Хотя вода, в принципе, уже больше 10 градусов. Я думаю, что ему уже холодно не будет. Так, Цой, пошли. Идем, может быть, площадка собачья свободна. Пошли, пошли, пошли. У нас здесь, ух ты, какая труба. Смотрите, какая большая труба выходит из-под земли. Я так понимаю, что она набирает в этом озере воду. Вон даже есть соединители. И поливает весь парк. Смотрите, он на трубу встал буквально. И сейчас провалится и под воду уйдет.
Потому что там глубина, я вижу, около метра. Вот и все, смотрите. Вот так вот моя собака любит разговаривать. Поныть любит немножко так, да, бывает, дома сидит и начинает. Не то, что там, например, как некоторые собаки там кушать хотят или в туалет хотят, а он нет, он на самом деле просто так берет и начинает вот так вот подбывать. Ой, ой, тяжело мне с тобой вот это гулять, когда ты вот так вот забросил себе поводок между ног и балдеешь. Ну ладно, поплавай уже чуть-чуть, поплавай. Так, подожди. Так, ну ты смотри, ты запутался и плывешь. Так, натяжку я ему постараюсь не держать. Выходи, 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 выходи. Пошли, пошли. Я понимаю, что ты любишь плавать, ты можешь тут плавать и час можешь плавать, потом будешь мне писать в квартире. Потом, после того, как я с ним купаюсь, вот так вот долго, например, если там полчаса он у меня плавает, то потом приходится где-то приходится час как минимум гулять, потому что он немножко напивается воды, и за счет этого приходится его долго выгуливать. Цой, без натяжки. Цой, а ну стой. Стой, ты чего? Чего вперед стартуешь, а? Там все вижу. С собачками ходит. Цой, а ну иди сюда. Сейчас, чтобы тебя не тянулось, иди сюда. А ну подними. Подожди, подожди, подожди. Ну то вы посмотрите, что делать. Унюхал где-то девочку и все. Вот это вот его фишка. А ну подожди, смотрите, какой он непослушный стал. Лапку, лапку сюда. Сюда. Что называется, когда подходишь к этому? К собачьей площадке. Так, и мы будем, если так делать с тобой, а ну перестань тянуть, натягивать перестань. Я говорю, натягивать перестал. Ты чего натяжку такую держишь, а? Да вообще нет. Так, пойдем давай на твою любимую площадку.
Сейчас мы сначала закроем двери. Вот такой вот у нас замок интересный, смотрите. Нужно приподнимать дверь и вот так вот закрывать ее. Ну и что? Что ты хочешь? Что ты хочешь мне этим рассказать, а? Что ты соскучился по колесу, да? Цой. А ну пошли. А ну пошли, гуля. Пошли. Пошли, 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 пошли. Цой, вперед, вперед. Давай ко мне, давай, 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 давай. Хорошо. Вот такой вот. Вот так вот у нас, смотрите, здесь в парке. С детками гуляют. Сидят на травке, как в Европе. Замечательно. Минус только один, что сверху огромные провода, видите? По ним идет очень-очень большое количество вольт. Как бы здесь находиться не очень полезно под вот этими вот проводами. А ты все от колеса отойти. Все не можешь отойти. Даже без команды. Пришел и начал. Мы здесь где-то недельку примерно не были. Как он, видите, смотрите, как скучает, чтобы что-нибудь да погрызть. Тапочки уже дома сгрыз. Так вот уже начинает что-то более грубее. Поиграем другие игры. Пошли. Пошли, пошли, поиграем. Пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Смотрите, буду отходить. Интересно, пойдет за мной или нет. Вот так вот он. Вот такой вот. Интересный пес, да? И пошел дальше, я думаю, заниматься своими делами, смотрите. Куда еще энергию девать? Дома сидеть. Скукотища. Так, ладно, друзья, будем заканчивать видео. Подписываемся на канал, кто еще не подписан, кто любит животных, кто любит путешествия, кто любит велопокатушки и так далее. Так что, друзья, всех жду в гостях. До следующих видео. Всем пока.